Семочка, привет. Привет, мам. Как ты так жалко? Ну что там у тебя? Я бы не сказал, что все хорошо. Ну я понимаю. Ничего не едите? Она хоть ничего... попить вы давали, попить. У нас нет воды, ничего нету. А как вы выживаете? Мы выживаем как-то, да. Хорошо, а получится вас вернуть? Мы пытались уже сами уйти, у нас не получилось, нас поймали просто. В Донецкой области? Это у нас вроде как, да. Это в Донецкой области. В жопе, короче, мы вообще в жопе. Мы. Да. Нас бросили с автоматами против танков. Ну, это вообще безумие. Все, наш этот, командиры все в говно пьяные. Уходят куда-то, это все начинается, они сразу все сбегают. Связи нету, и все, блин. А кажется, они-то сами пьяные, значит, они едят, пьют, а вы да, почему голодные? У них все есть, мы там видим, у них все есть, у нас вообще ничего нету. Сколько вы так протянете без еды, без воды? Хоть из лужи нет, пей, да. Находи лужу. Мы пили уже из лужи. Я вот уже неделю туалета не хожу, потому что нечего мне даже. Все, что я вам говорю сейчас, да? Ну, мы не будем никому рассказывать. В любом случае, потому что уже были случаи, когда рассказывали, и их просто забирали в тюрьму. Ой, страшно, страшно, капец. Ну, а что страшно. Ты делаешь? Я представляю, как тебе страшно. Еще и голодный. Было, короче, у одного отряда 100 человек, выжило только двое. Вышло оттуда. Из этой жести. Завтра, скорее всего, мы просто будем уходить уже налегке, скажем. Видите, насколько хотите. Потому что такая тут сплошное блядство происходит. Вообще ужас какой. Вали как хочешь. 20 человек, блин, против 2000.